Сейчас. Штраф готов, я тебе, пожалуйста, ваш билет. Ваш билет, пожалуйста. А? Сейчас, сейчас. Билетик. Сейчас, сейчас, ищу, ищу, ищу. Ищу. Не стыдно, пожилой человек. Есть билет. Чего ты там? Ну, давай, выходи. Покажу. Покажу билет. Давай, выходи. Здрасте. Здравствуйте. Не в заведующую. Я заведующая. А, тогда мне к вам. Проходите. Угу. Присаживайтесь. Я ищу мальчика. Слушаю. Я к вам. Галина Васильевна, вот по какому делу. Я не Галина, я Гаяне. Ага. Извините. У меня просто тут такие дела. Вообще, я уже 2 дня мотаюсь, и мне никто не может помочь, я не знаю. Может, у вас есть такой? Не волнуйтесь, говорите ясней. Ага. Я вам покажу одну письмо, ладно? Хорошо. Там фамилия и приметы. Вы все сразу сами поймете. Ой. Что случилось? Я завтра. Я потом. Я завтра приду. Обязательно. Постойте, куда же вы? Привет. А, Юрий Михайлович. Здравствуйте, здравствуйте. За что такие почести? А как же? За особые заслуги перед элементарной ячейкой общества. Всем говорили на сентябрь, а вам, видите ли, на июль. Все в дом. Ну, это естественно. Ну да, я и говорю, все в дом, все в дом. Золото, а не мужик. Простите, вы не мужик, вы мужчина. Поздно. Поздно разглядели, Тамара Николаевна. Да куда уж нам. Другие так вон сразу разглядели. Да, чуть не забыла. Боже мой, я сплю, что ли? Не беспокойтесь. Очень просили передать еще. Привет. Ну ладно, ладно, ладно. Давай выкладывай, что там внутри-то. Еще раз увижу с этой курвой все. Не понял. Я уж думала, ты не придешь. Почему? А чего грустный такой? Денег жалко. Ну, ты меня обижаешь. Нет, просто долго раздумывал, какой галстук одеть. Сойдет. Мерси. Тебе нравится? Ну, так себе. Правда, бедновато одета. Это японка или корейка? Грудинка. Да? Я спрашиваю, что это такое? В каком виде вы пришли? Выйдите сейчас же за дверь! Что? Вы бы еще без трусов ко мне явились! Я знаю, в чем мне ходить! Я знаю, что я хочу! Почему вы не знаете, что от вас требуется? Фу, что нужно опять? Мне? Необходимо неукоснительное соблюдение этого заказа. Ой. Я вашему болвану 5 раз повторил, что мне нужен кафель во всех 3 комнатах. 1,5 метра от пола. Справку от психиатра захватил с собой? Что? Вы что, издеваетесь, что ли, надо мной? Видел хамов, но таких... Эй, гражданин в пижаме, вы поаккуратнее выражайтесь, поаккуратнее. Я знаю, как мне выражаться. Не лезьте не в свое дело. Тихо. Ну, объясните нам, идиотам, да. Ну, для чего в жилых помещениях кафельная плитка, Собачки у меня, понимаете? Да. Дрессированные.
Живые собачки. А у них детки. Понимаете, это производственная необходимость. А они иногда писают. О, боже. У меня такое ощущение, будто я работаю в филиале дурдома. Да нет, по-моему, товарищ не псих. Ну, скорее всего, что он клоун. Как же ты не заметила этого? Клоун? Ну. Какая прелесть. Алло? Дагмара Мануиловна? Да? Здравствуйте. У вашей соседки инсульт. Соседке плохо. Таков диагноз. Больной необходима сиделка, и с ней будет дежурить медсестра. Нет, ну зачем же медсестра? Я сама подежурю, я отпрошусь и... Исключено. Больной требуется квалифицированная помощь, но ваше присутствие не помешает. Варвара Порфирьевна произносит в ряду ваше имя. Я немедленно выезжаю домой. Очень хорошо. А то мы не знаем, как у вас замки отпираются. Прекратите, вы не в цирке. В бухгалтерию. Это я. Слушай сюда. У Порфирьевны приступ. Удар. Там миллион врачей. Как что? Успели? Вывезли? Фу, слава богу. А куда отвезли? Ни в коем случае! Машина еще не ушла? Так, пусть немедленно звонят по городскому. Сиди на телефоне. Бумаги свои давай. Ха, на везунчик ты, Юра. Не дошло. Алло? Так, есть. Ребят, слушайте. Давай адрес. Аптечная 42, квартира 12. Аптечная 42, квартира 12. Так, значит, часть оставляете там, по адресу, остальное в подвал. И по-тихому. Я сейчас. Дуешь домой и ждешь. Да, но как же ресторан? В другой раз, не судьба. Ну, я позвоню. Чао-чао. Иду, иду. Привет. И куда? Туда. Дверь не закрывай, сейчас еще кафель принесем. Ребята, вы ничего не перепутали? Фирма веников не вяжет. А если вяжет, то фирменный, да? Точно. Старо. Алло? Алло, Том, это я. Ну ты где? Да я к Вольке на завод за брусками. Угу, скрашенный. Ну что ты говоришь, ну? Пропуск. Батя. Дело в том, что я не здешний, и поэтому пропуска не имею. Тогда кругом и шагом марш. Ну, бать, мне нужен Поляков, вот так нужен. Поляков занят на работе, ну, окончание работы 17:30. Да? Да. Уважаемый товарищ вахтер, я же договорился заранее. Если бы договорился, пропуск лежал бы здесь, разовый. Так в чем дело? Сейчас позвоню и выпишут. Только для служебного пользования. Бать. Мне нужен первый заместитель главного инженера, товарищ Поляков. Отец, не стой на дороге производственных контактов. Куда? Сидеть! Сидеть. Так, незаконное проникновение. Алло, дежурный на проходной ЧП. Батя, извини. Вот так. Ух! Вахтер у вас, ну прямо свирепый. Чуть не сдал меня, козел старый. Не скажи, если все так работали. Ты чего это в расстроенных чувствах? Ты понимаешь, мне идеальные нужны поверхности на стыках.
Идеальные. Юля, где мои чертежи и расчет? А, пошел. Понимаешь, идеальные. Там стоит несущая конструкция, ну что я тебе объясняю? Вот. Тут прислали практикантов. Держак как следует взять не могут. Ну так пошли, посмотрим. Пойдем. Пойдем, пойдем. Пошли. Ну вот, влюбуйся. Сейчас слажу. Ну-ка, погоди, погоди. Дай-ка, дай. Маску. Смотри внимательно. Соплями спашь. Ну понял, все? Ну и действуй. Давай, действуй. Товарищ, а вы не хотели бы у нас работать? У вас? Оплата по высшему разряду, большой отпуск, спецпитание. Ну, я подумаю. Подумаю. Вот-вот, подумайте. Ну, а вы, Владимир Александрович, ну, как близкий друг, товарищ, посодействовали? Нам же такие работники во как нужны. Эх, Сергей Сергеевич, где они такие не нужны-то, а? Ну, ладно, извините. Пошли. Кстати, я вам рекомендую. Из этого пацана классный спец выйдет. Обратите внимание. С этими брусками старый хрыщ меня точно упечет. Не упечет. Я с тобой через щель. Комсомольской тропою? Она как везде. О! Да тут не тропа, а прямо столбовая дорога. Александр! А на кого бруски запишем? Вот знакомься, наш Петр Николаевич, старый служитель ВОХРа, а ныне тайная канцелярия нашей администрации. Его неделю как поставили. Теперь каждое утро доподлинно известно, кто сколько за прошедший день спер. Правильно, Николаевич? Правильно. Несмотря на увеличение рыночных фондов, лесные строительные материалы не доходят до покупателя. У нас доходят? Доходят. Кроме того, имеется штат штрафников на сверхурочные работы. Правильно? Правильно. Что, Николаевич, донимают тебя? Донимают, Александрович. Тут какой-то аглоед мне будку кинул горящую расческу. Пока затушил, думал, подохну. Мне бы пистолет, я бы этих пых, пых! А пулемет устроит? Пулемет сгодится. Ну ладно, Николаевич, давай, неси вахту.
Гвардия не сдается. Жизнь. Так. Александрович. Ну, что еще? А на кого писать? Бруски? На тебя? Или на неизвестного? Пиши на меня. Вот так. Понял. Ну, что там было у тебя? Ну, 10 рублей, ну, 2 рубля. Ну, ты понимаешь, из-за такой мелочи мне сейчас дело заводить. Ну, не стоит. У меня в бумажнике было 1000 рублей, понял? Сколько? 1000 рублей и мелочь. Откуда это? У нас такие денежки. Брат прислал на цветной телевизор. Да. Врешь ты все, девка, вот что я тебе скажу. А ты докажи, что вру. Назови адрес, где живет брат. Село Мураши, Кировской области. Угу. Так вот я спрошу на почте перевод из села Мураши этой самой области. Я уверен, что никакого перевода в помине не было. Это ведь как 2×2. А он с оказией передал. С человеком прислал. Слушай, так я сейчас позвоню участковому этого самого района, он вызовет твоего брата и все. Не дури. Дай. Дайте изделию товарный вид. Пожалуйста. И передайте там своим, что я начинаю экономить. Больше за 32 брать не буду. Будешь. Хорошо тут у вас. Да, неплохо. Ну что, обнюхался в отечестве? Да вроде бы. Ну и как тебе страна-совет 5 лет спустя? Да все то же самое, только хуже. Что так? Пойдем туда. Одного я не могу понять. Куда ни плюнь, сборище. Мало того, что в очереди, да еще и митинги. Там митинг, тут митинг. Майор, достала выше крыши. Вот и митингуют. Вкалывать надо лучше, а не митинговать. Глядишь, выправится. Эх, Юр, ничего, вот валюта у тебя кончится, тряпки-то износишь и сам замитингуешь. Ты не поверишь, я иногда себя уже не узнаю. Как увижу по телевизору очередную холеную рожу, которая о бедах народных говорит, у меня аж руки трясутся. А ты врешь по экрану. Глядишь, полегчает. Нельзя. Новый не купишь. Да? Ясно. А вот по башке точно кому-нибудь врежу. Ого. Сына, кусается? Да, ерунда. Воля, вот смотрю я на тебя. Злой ты какой-то стал. Прямо свирепый. Я один, что ли, такой? Все уже такие, дошедшие. Ну, хорошо. Ну, а дальше-то что? Ну, есть же предел. Есть. И уже не за горами. А эти как не чесались, так и не чешутся. Поквакали в тину. В болоте-то шторма не бывает. Ну хорошо. А если тебя туда поставить, ты-то сам зачешешься? Не знаю, Юр. У них у самих проблем не разгребешь. А ведь на 100 вопросов один ответ. Денег нет.
Ведь с каждого работяги, с каждого завода, мягко говоря, отчисляли весь век. С остатков еще и подоходные драли, а денег все равно нет. Ну где же они денежки, родимые вы мои? А, ладно. Чего, дождутся еще. Что дождутся? Дождались уже. Вон на юге что творится? Ничего, будет еще и на севере. Слушай, Воль, да пошло оно все знаешь куда. Да болтать надо меньше, и все будет в ажуре. Ничего, Воль. Вот Томка родит мне пацана, перееду я на новую квартиру, приглашу тебя с Алисой, и мы такую гуляночку устроим, как в лучшие застойные времена. Да будь здоров. Знаешь, с Алисой вряд ли получится. Это что так? Один я тепереча. А Мишка? Вижусь иногда. Алиса его с собой забрала. А чего разбежались-то, если не секрет? Да ну какой секрет? Никакого секрета нет. Поводился-то один усатый каскадер, друг семьи. Теперь породу улучшать будут. На. Убил ты меня. А, все это ерунда. Одно обидно. Хотел с Мишкой на рыбалку поехать. Помнишь Кольку Зимина? Ну? Он же сейчас на Оке работает, в рыбнадзоре. Бросился к чертовой матери, сейчас у него машина. Изба. Я уже все приготовил, хотел втихаря Мишке подарок сделать. И ничего не получилось. А при чем здесь развод? Забирай пацана и дуй. Кто тебе мешает? Да понимаешь, Алиса против. Да ерунда какая. Приедем и заберем. Когда у него родительский день? Да нет там никаких родительских дней. Они даже встретиться только в беседке разрешают, и то нечасто. Три раза ездил, только один раз виделся. На одного малого 10 дней. Надзор как над зэками. Алиса Алексеевна просили не беспокоить. Это она специально. Ха, тварь, а? А с Мишкой ты съездишь на рыбалку? Есть идея. Ну, Юрка, ты точно подстрекатель какой-то. От тебя флюиды какие-то, токи идут. Вот интересно, если б тебя над железными опилками пронести, они торчком встанут ли? Всю жизнь меня с прямой дороги стаскиваешь и сейчас на преступление подбил. Преступление, Владимир Александрович, это когда сын без отца. Остальное все мелкое хулиганство. Сейчас поймаем чего-нибудь. О. Шеф, на светлое. Туда обратно стольник. Открой багаж. А ничего мерседесик, а? Поскрипывает, но ведь идет, а? День я на нем, день он на мне. Усек? День мы уже угадали, остальное все будет путем. Держись. Едем, 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 далекие края, веселые соседи, хорошие друзья. Значит так, шеф, крови я не люблю. Бью тебя колотушкой в висок и на травку отдыхать. А мы дальше. Каков план? Болтать. Нет, я вполне серьезно. Да брось ты. Ну, шеф, хотя бы для виду. Испугайся. Не могу, понимаешь, молчать. Нервничаю.
Из-за чего? Трагедия, что ли? Ну, еще какая. Я, понимаешь, с детства люблю рулить, а ты мне не даешь. Жлобишься. Ну, на, полечись. Кажется, здесь. Нет, Юр, нам дальше. Еще километров 5. Детдом сиротский. Но настоящих сирот здесь мало. Единицы. Как это? Ну, тех, у которых ни мамки, ни папки нет. У остальных живы-здоровы. Или родительских прав лишили, или в ЛТП, а которые в тюряге. Еще отказные. Какие? Ну, те, от которых мамаши отказались еще в роддоме. Вот суки, а? Бывают же. Да. Ну вот, приехали. Отгоните в сторону и ждите. Понял. Шеф, давай. Нет, нет, Владимир Александрович. Поймите, я вам в третий раз говорю. Сейчас дети готовятся ко сну. Только что закончился обед. Но вы же знаете, что следует договориться о встрече с ребенком заранее. Знаю. Кстати, вчера была Алиса Алексеевна. Сегодня вы. Частые свидания не рекомендуются. Да ну. Дети только начали привыкать к режиму. При чем здесь режим? Ну, поймите, 5 минут. Ну, 10 максимум. Понимаете, я уезжаю далеко. Хотел на память его фотографию взять, а они все у Алисы. Я его сфотографирую, и все. Ну, хорошо, я поговорю с заведующей. Правда? Но не обещаю. Я в Ставрополе сейчас неимоверно жарко. Не помню здесь таких температур пору уборки. Уже в течение недели вот температура 40 ниже не страдает. Выше 40, активнее даже. Хлеб высушили. Не имеющие подарки в Ставрополе, как и в году Минухина, должны продать в стране 1 810 000 тонн зерна. И не то, но и меньше. Таков государственный заказ. Рыжовский, обязательно. Этот заказ остается... Мы будем жить с тобой вместе, в этой комнате. Но не тесновато. Нет, нет, наоборот. И потом, когда у нас появится кто-нибудь еще, Юра... Что? Нам тоже не будет тесно. Кто появится? Да ничего, это и так, вообще. Ладно, Над. О, я на смену опаздываю. А хорошо здесь, шеф, а? Сейчас бы сюда часть карнадва с бутылочкой. Костерок. Какой костерок? Время! Скоро он! Не волнуйся. Аванс. Времени же нет. Пока доедем. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Вот сейчас украдем пацана и вперед. Что? Тихо, дядя, тихо. Ну, взял аванс, отрабатывай. Ну, закричуй. Кричи, кричи. Напоследок, тихо. Ну, погнали быстро. Ну, поехали. Ну, шеф, ты чё такой нервный, а? Слышь? Это ж пацан его родной сын. Понимаешь, ты родной. Козел. Что ж ты не сразу-то не сказал? Я ж тут все сиденье не обмочил. Давай, поехали. Похитители. Ну, только на минутку отошла. Ну, надо же.
сына украли. Как? Алло. Алиса Алексеевна, он мне сказал, куда забрал вашего сына фотографироваться и уехал в неизвестном направлении. А он был один? На машине? Не знаю. Уже засекли. Оперативно. Смотрите, что вы, остановитесь. Остановитесь. Пропустите кого. Вот как здесь не понять цареубийц? Сам факт такого наглого следования. Да брось ты, Боря. Все равно они тебя не слышат. Поехали. Что, Михаил Владимирович, доволен? Да. Еще бы. С папкой на 3 дня на рыбалку. Завидую. Как, давно мечтал с папкой? Давно. С папкой, с мамкой, с дядей Саней. Ну ладно, давай. Будь здоров. Ну будь. Пошли, Мишка. Ну, а тебе куда? Да никуда. Сейчас залью певца в радиатор по случаю жары. Где-нибудь поблизости. Ну и домой. Держи за вредность. Похититель! А? Передашь потом. Тамара Николаевна. Том, слушай, давай что-нибудь сообразим, а? Посидим. А? Не насиделся еще на природе-то, а? На какой природе? Ну как же, Волькин папаша, дядя Саня ваш, мне русским языком сказал. Уехали куда-то на природу, денька на 3-4. Так что валяй, у тебя еще в запасе денька 2 осталось. Ну что ты говоришь, а? Это я ну, что? Это я что? Мотаюсь по разным шарагам перед тебя, как из шушеры кланяюсь, а они на природу, да?
Вот это что, я тебя спрашиваю, что это такое? Дагмарочка тоже там была, да? И Волечка ваш этот ангел обиженный, Алисочка его, видите ли, бросила. Тоже мне, давно пора. А я-то иду домой. Радуюсь. Думаю, какие мы с Тамаркой молодцы. Вкалываем, как звери. В одной упряжке. Теперь я понял, что ты за зверь. Ты крыса. Что? Иди догуливай! Алло, Дагмару Эммануиловну, пожалуйста. А кто ее просит? Как вас представить? Не ваше дело. Ай, грубиян. Дагмара Эммануиловна, вас тут какой-то грубиян спрашивает. Дагмара Эммануиловна. Да, одну минуточку. Да вы не спешите, он подождет. Подождешь, грубиянчик, да? Подождет. А ты с какого телефона говоришь? С квартиры? Или со служебного? И как тебя только на службе терпят. Пожалуйста, Дагмара Эммануиловна. Спасибо. Слушаю. Дагмара, привет. Привет. Не узнаешь? Да пока не очень. Юрий говорит. А, ну вот теперь узнала. Ну, встретиться встретимся, но не сейчас. Дел по горло. Тогда вопросов нет. Хотя, стой, один есть. Что у тебя тогда случилось? Что-то серьезное? Может, помощь нужна? Да нет, не надо. Абонент неизвестный. Звонит в телефон автомата 253-780 на углу улиц Малышева-Бажова. Что вы здесь делаете? А я здесь постель поправляю, одеяло съехала. Ну-ну, не стоит себя утруждать. Мне кажется, вы измеряли пульс. Каков он? Учащенный. Вот как? Сейчас должен быть не более 70. Так и есть. 70, вы ошиблись. Ну, какая температура? После криза, как правило, наступает улучшение. Ложное улучшение. Давление падает. Так и есть. 36,4. Галочки, измерьте пока давление. А мы пойдем на кухню. И попьем чайку. Да нет. Спасибо, не хочется.
Давление должно быть 110. На 60. Прошу вас. Официантов знаешь где? Послушай, тебе одному все равно не сподручно, а у меня уже место забито. Давай! Ну-ка, мужики, осторожно. Дядя Леша. Юра. Ой. Спасибо. Спасибо. Узнал. Вот ты его на карточке, а я его как тебя видел. Повезло тебе. Ну и как же он выглядел наяву? Как? Сейчас, все, не утаю, расскажу. Понимаешь, под Москвой было, дорога на горке. А я за грибами ходил. Спускаюсь я под откос. А я только спускаюсь, а тут машины, машины, потом мотоциклетки. А милиционер раз! Остановился, а ну, говорит, повернись лицом к лесу. А я в военной форме, я говорю, ты чего это? И вдруг машина-то остановилась. Рядом, смотрю, Сталин. Привет, дядя Леша. Здравствуй. Юрий Михайлович. Ой, Макс, здорово. Здорово. Какими судьбами в нашем бараке? Да так, проездом. А ты тоже не в своей тарелке? Я? Да я тут живу через дом. А вот появление представителей столь высоких кругов? Да какие круги? Сварной я за границей мантулил, в Африке. Сейчас вот вернулся. Ну, что-то в этом духе я и предполагал. Ну, хорошо. Давайте за встречу. Стоп! Дядь Леша, присоединяйся. Стоп, стоп, стоп. Лосьончик огуречный. Дядь Леша, ты понарел, что ли? Знаешь, была бы честь предложена. А знаешь, в чем ценность его? И выпивка, и закуска. Разговорчики. А? То-то, как малозольный. Вот трава. Лебеда. Лебеда. Сорняк? Сорняк. А во время войны без нее бы не выжили. Салют. О, кого я вижу. Привет. Дядь Леша, привет. Мужики, закусывай парниковым эффектом. Ого. Костик, ого. Парочку мне сообрази там. Видал? Володя Амбал с овощного на углу. Я смотрю, у тебя тут много знакомых. Пятница. День завсегдатаев. Чашечку чая, надеюсь, выпейте. Спасибо. Ну что ж вы пустой чай мешаете? Вот же сахар. Вам положить? Нет, спасибо. Я пью без сахара. Белая смерть. Если бы только сахар. Как вы сказали? Если бы... Еще и соль.
Сол. Зол. Зала, золото. Вот три слова и все одного корня. А вам не кажется, что в самом языке заложена основа нравственности? Кажется. Особенно, когда тебя клиенты матом кроют. Но если это брань по адресу, то это тоже проявление нравственности. Хотя и весьма своеобразное. Да? Здравствуйте. Какого Игоря Ильича? Здесь такого нет. Есть, есть, это меня. Да, слушаю. Да, понятно. Ну, разумеется, надо так надо. Хорошо, договорились. Галя! Что, Игорь Ильич? Звонили из собеса, вы им срочно понадобились. Надо какого-то старика отвезти в пансионат. А это Жихарева, наверное. А как же здесь? Вы один управитесь? Ничего, я надеюсь, что Дагмара Эммануиловна любезно согласится нам помочь. Я уверена, что вы сами прекрасно справитесь. Идите, идите, Галя. Счастливо. До свидания. Да. Извините, Дагмара Эммануиловна. Варвара Порфирьевна все-таки женщина, а я как-никак мужчина. Ну, во-первых, Варвара Порфирьевна давно уже не женщина. А во-вторых, вы не мужчина. Вы врач. А в-третьих, я спешу на работу. Извините. Что-то с замками. Насколько я понимаю, у вас сегодня отгул. Или я ошибаюсь? Да, конечно. И что касается, во-первых, вы правы. А что касается, во-вторых? Мужики! Две. Нет на вас. Погоди, Макс. Да, Лёш, а вот артист, который его в кино исполняет, он похожий, но... Ну, абсолютно. Угу. А голос тютелька в тютельку. Угу. Победа будет за нами. Будет за нами! Ой, ну что? Максим Яковлевич! Здравствуйте. Здравствуйте. Здорово, Леонид Исаевич, здорово. Давненько с тобой не виделись. Рукопись полководцу дописываешь? Да нет, закончили. О, да. Поздравляю. Поздравляю. Леонид Исаевич, не узнаешь? А, Новосел. Он самый. А ты бруски достал? Конечно, достал. А ты, я гляжу, при галстуке, как руководитель. Да уж. Ленинского типу. Да уж. Ну, спасибо, Макс. Прямо вечер встреч. Я сегодня самый счастливый. Ну, все правильно. Скажи спасибо руководству. За что же ему спасибо? Ну, как за что? Уменьшив количество точек, увеличила вероятность столкновений. Дагмара Эммануиловна. Нет. Может быть, таблеточку? Да нет, спасибо, я так попробую. В общем, тут компания интересная. Дядя Леша махровый сталинист. В свое время
Садовником работал на Цыковской даче. Леонид Исаевич действительно руководитель? Бывший. Конечно, настоящий Судан Зартач. Слушай, Макс, а что это за полководец, о котором Исаевич говорил? Это генерал Вихотько. Решил мемуары выпускать. Я литературную запись сделал. Что, интересные мемуары? Да ну бред, конечно. Зачем же тебе надо? Тебе времени не жалко? Пускай старикан потешится, и мне хлеб. Юраша, тебе наша компания нравится? Ну, ничего. Ну, и не задавай дурацких вопросов, не выясняй сути каждого. Я знаешь, за что эту компанию люблю? За то, что в ней дух здоровый. Дядя Леша махровый сталинист. И Саич почти аппаратчик. Володя вообще фрукт особый. День за одно, день за другое. Ну, полиглот, в общем. Я не Сталин, я аппаратчиков на дух не переношу. Но никто друг другу в глотку не цепляется. И видеть друг друга все рады. Так что кое-кому здесь не грех у нас учиться плюрализму. Это точно. Я бы мог стать звездой экрана, но упустил момент. Кто я теперь? Разнорабочий бас? Фактически живу в сапогах. Кругом грязь, слякоть. Я упустил свой шанс. Любишь Сталина? Горбачева, ради бога. Но только не считай, что твоя любовь чей-то другой главнее. Макс, ну чего ты завелся? Чего ты завелся? Действительно. Други, по случаю получения авторского гонорара, со всей ответственностью хочу спросить, вам эта бурда не надоело? Надоело. Вот так, бери сундук, оруженосцем будешь. Оп, не оруженосцем, а ракетой-носителем. Давай, 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 давай. Игорь Ильич, я сегодня плохо спала ночью. Я прилягу на часок. Если понадоблюсь, разбудите. Я надеюсь, вы раздеваться не будете. Я хоть и врач, но... Одетая спать не умею. В случае чего постучите. Руки не отсохнут. Дагмара Мануиловна, надо сменить белье у Варвары Порфирьевны. Сейчас! Ой. Ну сколько же можно, я жду. Дагмара Мануиловна. Одну минуточку. Тут перестройка. Не вписался. И по шапке. Да ладно, Исаевич, брось ты. Да пошло оно все. Да я не жалею. Забот никаких. А денег. Сын ушел в кооператив. Потом женился, и с женой все надо мной похихикивали. Дрэк, говорит, ты, батя, жить не умеешь. А через 2 года поп, 5 лет с конфискацией. Теперь
там хихикают. На, история. Дагмар Мануиловна, вы там закрыли, что ли? Ну-ка, откройте немедленно! Дагмар Мануиловна. Был у сына в гостях. Музыка японская, Соня. И 5 лет с конфискацией. Любимая тема опять про сына. Дурак, нелюбимая, больная. Внук, ты сиротой остался. Да мне документы на опекунство не дали. По возрасту. Ладно, не горюй, Исаич. Вернутся, поумнеют. Давай лучше по маленькой. Не уплывешь, полиглот? Да ну, от нее, родимая. Ты напиток такой, три пшика пробовал? Это что за вино? Чем тараканов травят? Торчишь капитально. Фу, гадость. Дядя Лё, давай провождя народов. Давай. Люблю про него. Ой. Да хватит провождей. Что? Не, ты не скажи. История чему нас учит? А? Что хороших вождей не бывает. Но из всех, лично я, уважаю Иосифа Сталина. Молодец, Вова! Это, пускай даже и с отрицательной стороны. Чё? Ты знаешь, Юра, ведь я журналистом начинал тогда. Мотался по окраинам, север, Дальний Восток. Поет морзянка за стеной веселым дисконтом. Ты знаешь, было время, какая волна подымалась, добрая, романтическая, не то что теперь, сплошной ор. Махнем. Не глядя. Молочкам. Пойдем. Вперед на линию врагам. А какая уверенность была? Да я бы в глаз дал всякому, кто поставил бы под сомнение нужность моих заметок. А в итоге всех раздавил, как поганку. Теперь тоже уверенность в том, что все абсолютно бесполезно. Абсолютно. А кто прихлопнул? Нет, кто прихлопнул? Ваш губошлеп, бровеносец и прихлопнул. Только и хватило духу, чтоб со всякой мелюзгой бороться. А Сталин? Ну ладно, Леша, ну прекрати. Ну все правильно. Но только с кем было еще бороться, если не мелюзгу Сталин уже поборол, а? Ну с кем? Что? А ты, Володька, кроме своей турнепса, что ты в жизни видел? А я его как тебе. Да я, слава богу, попозже родился. Вот теперь с тобой водку пью. Мне и на том скажи спасибо. Юр, давай за Юрку выпьем. Всё. Солидный ты мужик, Юрка. Уважай, Юр. Иди. Уважай. Давай. Макс, я хочу у тебя спросить, как писателя. Понимаешь? Вот... Литератор я, Юр, литератор. Ну, хорошо. Скажи мне, вот человек заработал деньги. Честно заработал. Да. Потом дал хмырю одному на лапу. А тот хмырь при должности помог получить квартиру. Вот скажи мне, как литератор, это справедливое получение квартиры или нет? Юрий Михайлович... Ну ты оглянись вокруг. Ну посмотри, куда ни плюнь, черт ногу сломит. А тебя такая фигня гложет. Нет уж, милый друг, ты привыкай. Привыкай. Знаешь, что бы мне сейчас хотелось? Выпить эти 3 пшика, чтобы у меня в мозгу маленько прояснилось. Все же нормально, я не могу понять. Ну что ты себя доводишь? Ну, Юр, ну все же нормально. Да что это такое? Эх ты!